Шоу. Воу! Привет! Это я, бородатый химик! Ту-ту-ту! Я дошел до полуфинала! Хе-хей! Всем привет! Это Сергей Сергеевич, ваш любимый, неповторимый физрук! В первом туре полуфинала участникам показываем картинки с эмоджи. Задача игроков – угадать, какая песня зашифрована на картинке. За правильный ответ присуждается 1 балл. Бро, это не корона. Тьфу, бро, это не корона. Тьфу, бро, это не корона. Как-то так. Откуда ты? Корона? Не корона, бро. Нет, не корона, бро. Погнали, 1, 2, 3. Ты Венера, я Юпитер. Люди, помогите. 1, 2, 3, let's go. Ягода малинка залетает в топ. Я не знаю, откуда я это знаю. Но я... Вы готовы? 1, 2, 3. А ты танцуешь как дым, тут дым, всю дым. Господи, что вообще? О, бор мой. Звук поставлен на 100, и соседи не спят. Это юность моя, это юность моя. Беги, дорогая, беги. От мамы ваты. Беги, дорогая, беги. И жизнь будет богата. Ой, господи. Что-то такое. Что это вообще такое? Секретные. Давайте просто следующую. What? Вот это мы тоже не вообще не отгадали. Довольная танцующая девушка. Нет, это странная танцующая. Тур полуфинала называется «Окей, Google». Google-переводчик читает слова песни. Задача игроков – угадать, что за песня. Сочиняй ночь, сочиняй день, нарисуй, как будет выглядеть твоя тень. Представляй сейчас, как меня хочешь видеть. Ты сочиняй, сочиняй, сочиняй мечты и нечего ждать. Это же чилить! Жимка, точно! Жимка, жимка. Это знаменитая песня, которую никто не знает! Модно ли по повадкам сразу найти что-то свое, чтобы просто и без слов унесло и не суть? Что потом, даже если вам не суждено вдвоем наша жизнь, это миг, и пусть этот миг гор, когда от счастья рвет на части, не нужно глаз... Это Зиверт. Я... Тел. По минутам осыпается ожидание невозможного, ранним утром просыпается от движения неосторожного, как молчание ледяной зимы нас закутало неизвестностью. Здесь так долго друг друга искали мы, и, конечно, проститься, нету сил, улетаю за чего-то столицы. Это Ума Турман. Вот, 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 вот это, Бич, это песня моей мечты! Yes, yes! Нормальный парень ест кебаб, а не суши. От души, братуха, душевно в душу. Нормальный парень ловит баклажан. Лада седан, баклажан. Лада седан. Появился первый игрок финала. Это Сергей Сергеевич. Проходит! Вот финалище! Увидимся в финале! Финал! Но я тут немного... Очень напряженная схватка.
Я отгадал из 18 песен 2, потому что я стар. И как говорил один старый мудрый мужчина, я устал, я ухожу. Открываю, молодые, вам дорогу, чтобы вы побеждали этих стариков в музыкальных конкурсах и в интеллектуальных конкурсах. Всем пока-пока. С вами был Бордатый Хиник. Не слышу шоу.